как мы видим, в целом по вторичному рынку недвижимости квадратный метр вырос всего на 3%. Однако у однокомнатных квартир этот рост был более значительный. Он составил 7%, 4%. Двухкомнатные практически совсем не подорожали 1%. Трехкомнатные также на 1,8%. Вот здесь вы видите соотношение ценовых категорий квартир. В 2009 году значительно было больше предложений ценовой категории до 1 600 000. В этом году они сократились. На первичном рынке также небольшой рост. И опять же, наиболее значительные предложения о таком квартире. По ценовым категориям здесь перераспределение произошло небольшое. Теперь более подробно о рынке недвижимости вам расскажут участники.